Добрый день, сейчас буду ремонтировать монитор Bang, моделька Q7T4. Проблема такая, он включается, но у него нет подсветки. Для этого необходимо его разобрать. Разбирать я буду таким приспособлением, похожим на медиатор. Тут у нас находится такая пластиковая защелка. Для того, чтобы снять, ее необходимо сжать с двух сторон. Первым делом я проверяю предохранитель. Это PF801. Он у нас сгоревший. Также, по всей видимости, у нас пробитый транзистор. Это полевичок Q805 и RFU9024. Также еще один транзистор, это 2C5707. Так, вкратце пока все это буду выпаивать, транзисторы проверять, расскажу принцип работы. Управляет всем этим делом микросхемка TL145. Она служит для защиты и также управляет двумя полевыми транзисторами, которые в зависимости от подаваемого на инвертор напряжения регулируют яркость подсветки.
Итак, у нас оказались пробитыми два транзистора. Это 9024N и 2SC5707. Исправно устанавливаю я на свои места. И далее попробую запустить блок питания на одном инверторе, чтобы проверить его хоть какую-то работоспособность. Также проверить необходимо конденсаторы 35 на 470 микрофарад здесь установлены. Нередким случаем причиной выхода из строя является конденсатор. Все я конденсаторы не буду снимать. Вот такая у нас горстка неисправных деталек. Надо будет докупить транзисторы, а вместо предохранителя я поставил резистор низкоумный. Не нашлось у меня предохранителя под рукой. Эта часть инвертора работает, а вот это же у нас сейчас полностью отключено. Включаю его. Итак, подсветка включилась. Но вскоре ушла в защиту. Приобрел я транзисторы, которые необходимы были для дальнейшего ремонта. Также необходимо будет пропаять трансформаторы. Так как в данном мониторе причиной выхода послужила плохая пайка самих трансформаторов. Ну и также будут заменены конденсаторы.
0,22 микрофарата, 160 вольт. Собственно, вот они, эти конденсаторы. Даже я установил нормальный предохранитель, который необходим. Как видим, монитор включился. В защиту не уходит. Ремонт монитора завершен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.